Там показывали, как там люди живут, и внедряли эти стандарты у себя. Все так страны делали. А вы говорите, потому что иначе его не прервешь. Начинайте говорить. Давайте. Сергей, ваш. Слушайте, ну, я доволен, потому что опять это бесплатное шоу, я прям в живом эфире смотрю. На самом деле, ребята, ну, и вы правы, и вы правы. Тут другая проблема. Действительно, Польша, она... прямо говорит, пожалуйста, украинские сантехники, украинские электрики, выпускники ПТУ, приезжайте в Польшу, потому что все поляки выехали в Лондон, выехали в Германию, выехали в Ирландию. В Польше уже некому прикручивать розетки, некому чинить трубы. Я боюсь другого, что по безвизу наши ребята поедут якобы туристами и уедут в ту самую Польшу чинить трубы и вешать выключатели. Но это поэтому безвиз это не эйфория. Это повод еще выше засучить рукава и создавать рабочие места в Украине, чтобы, во-первых, наш гражданин поехал, заработал деньги здесь и поехал уже в Европу не как зарабичанин, а как турист. А второе, чтобы он ради тех дополнительных 200 долларов зарплаты не бросал нашу страну, не оголял наш пенсионный фонд, а тут создавались рабочие места, а тут он заплатил налоги, тут бы наши пенсионеры получали невысокую на пенсию, и тут бы были создан национальный внутренний валовый продукт. Потому что, конечно, без виз это риск в том плане, Лещенко что люди... начал поддерживать программу партии «За жизнь». Я прошу не перебивать, но, конечно, спасибо, вы меня скандировали. Я за вас работаю. Спасибо, но действительно, есть риск, что без виз подтолкнет определенную трудовую миграцию. И это нужно побороть только тем, чтобы создавать в Украине рабочие места, проводить реформы и принимать в парламенте нормальные законы, а не то, чем мы занимались на этой неделе. Правила дорожного движения регулировали законами, тратили на это время. Это, отлично, наверное, важно. Но у нас вообще-то в очереди намного более важные законы, под которые просто нет голосов. Потому что коалиция, по сути, превратилась в клуб по коррупционным интересам. И, конечно же, для того, чтобы принимать законы, нужно, чтобы эти люди были мотивированы реформами, а не просто набивать свои карманы деньгами с украинских предприятий, с украинского бюджета. Поэтому отпраздновали сегодня, завтра нужно заработать. Но завтра вы придете в парламент и увидите, там будет зал 60 человек сидеть. Потому что все депутаты разойдутся. Вадим Зинович, вы будете завтра на заседании? Да. До которого часа? До часа дня будете? Я вам хуже скажу. У меня сегодня до 2 часов ночи эфиры даже. Ну это похвально, но это не работа в парламенте. А это я скажу, после этого я приду в парламент. Алексей, вы знаете, вот я сейчас, вот мы сейчас дискутируем. Алексей, поставим три точки, добавим информацию. Я сейчас о чем хочу для сказать, мебели что приду. Мы забываем на самом деле об одном очень важном аспекте, который...